have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! И мы сегодня с вами пойдем в Shark Bite. Давненько мы здесь не были. Офигеть! А раньше такое было? Ну что, призрачная акула? Да! Да, ее можно было получить Хэллоуин. Акула была убита. Классно! Хорошо начали раунд! Да, посмотрели ладно, на призрачную акулу. И акула улетела в мир иной. Она добилась того, что она акула. Она узнала, что она акула, а не призрак. Знаешь, это самые легкие зубки акулы, которые можно было получить. Кстати, у меня уже 1331 зуб. По-моему, ты хотела что-то накопить. Да, возможно. Слушай, у меня есть для тебя хорошее предложение. Слушай, твои ласты торчат наружу. Как тебе такое предложение? Ты можешь купить самый громезнейший пиратский корабль за 1500. Ну, как минимум, еще до 1500 нужно накопить, поэтому ждем. Да. Арграй будет у нас акулой. Хорошо, приглашай. Да, сейчас. One second. На подлодочке пойдем, на подлодочке сходим, да. Нашу. В следующий раз мы будем кататься на моей новой лодочке, которую я хорошо купил. Без проблем. По-моему, мы когда-то уже приобрели эту лодочку, и мы на ней катались. Может быть, честно говоря, у нас уже давненько не было Shark Bite на канале, и это одна из причин, по которой мы решили сегодня. Мы что-то немножко проспали и Shark Bite. Так, отлично. Так, вниз. Погружаемся ниже. Баг с челюстью пропал. Было одно время такой баг, когда акула выплывает такая, и вдруг у нее от нее челюсть такая вперед отплывает, а потом акула ее догоняет. Блин, акула уже здесь. Где она? Не вижу. Не попал. Остань. Сзади где-то. Да-да-да! Ты что делаешь? Но я по ней попал. Бля, она близко. Я не вижу. У меня есть особая секретная тактика. Знаете, я, наверное, не буду задаваться вопросом, как я стреляю через стекло батискафа, и мы до сих пор остаемся целыми, но это уже другой вопрос. Один вопрос. А как, когда мое кресло отлетает нафиг, и я могу сидеть в кресле и не задыхаться? И управлять лодкой. Да. О, а там что-то... Вот это что-то... Там что-то есть. Вот это, что это такое? Что там? Сюда ровно? Вот это вот, видишь? Я не вижу. А теперь вижу. А тебе не кажется, что это тот корабль, который мы показывали ребятам? Может быть. Но почему в нем горит свет? Потому что мы точно так же его искали. Да, это те же самые обломки корабля, да. Я слышу акулу, мне что-то не нравится немножко. Я понял, освещение там сделано просто для того, чтобы его можно было легче найти. Где? Я слышу акулу. Все слышат акулу. Осторожно! У меня есть особая, очень секретная тактика. Если ехать задом и все время поворачивать, не знаю куда, но просто куда-то поворачивать, то можно очень слегка убежать. Вот она! Видишь, работает. Рабочая тактика. Наверное. Что если я через стекло могу видеть акулу? А, нет. У меня нету такого легального волхака. Так. Мне нравится ехать задом. Смотри, чтобы тебя не укачало ехать задом, блин. Ой, что это? Стоп. Я, кажется, над нами лодка, над нами лодка. А выглядела, как огромная рыбина такая проплыла. Я так хочу преследовать этот корабль. Вон он, на дне, посмотри на дне, какая тень от него. Я вижу. Я сейчас по этой тени... Мы можем замаскироваться под этот корабль, по-моему, пиратский, кстати, если не ошибаюсь. Он, кажется, будет сейчас взлетать, мы все знаем, что это корабль. Да, пиратские корабли летают, да, это всем известно. А что, если мы поднимем этот корабль? Там человек плавает. Человек за бортом! А, блин, акула! Не хочется.
задом ехать. Видишь, где, это работает. Где? Я отпугнула акулу, она подумала... Стой, она где-то здесь. Просто едем... Над нами! Да пофигу на акулу, самое главное убежать. Кто-то другой убьет акулу, но не мы точно. Понимаешь? Блин, у нее меньше, чем полжизни осталось, я бы ее, наверное, настрелил бы. Если акула не убьет никого, и время пропадет, то мы все равно победим, помнишь? Это да! Когда нет. Слушай, а можешь фары включить? Давай, да, это было бы красиво. Сейчас, погоди, они вообще работают? Буква L, да, работает. Вот, включи вот так, да. А, вот. По-моему, они вообще почти ничего не помогают. Вот тут, в темноте они помогают. Посмотри на дно. Я вижу, да. Видишь, этот луч свет такой. Видишь, кто-то другой уже убивает акулу, и он сдохнет, а мы выживем. Да, вон чувака съели, данный маг один. Я что-то заблудился немножко. Мы, по-моему, на край карты приплыли. Слушай, можешь поехать задом, может, зад нас куда-то приведет. Тот самый момент, когда ты рассчитываешь, что зад тебя куда-то приведет. Зад тебя приведет максимум к неприятностям. Знаешь такое выражение? Кажется, неприятности на свой зад найти. Мне вот, кажется, вот. Реально что-то нашли. Ты посмотри. Все, акула проиграла. И, по-моему, чисто из-за нас. Сколько? А нет, 4 человека живых на карте оставалось. Ладно, еще 2 хитрые были, как мы. Мне это нравится. Батискаф классная штука. Давай на твоей яхте поедем, а? На яхте хорошо, без проблем. Мне сейчас очень нравится ее скорость, и мне очень нравится уборт из этой лодки. Лодочка реально та еще. Хорошо, сейчас на яхтец загрузимся. Я знаю то, что у меня права самого высшего сорта. Я очень хорошо умею водить яхты. Тых-ты. Предупреждение, если у вас закружится голова, это будет не моя вина. Это будет вина Это будет именно твоя вина, да. Потому что именно ты будешь за рулем. Это будет вина водителя. Водятел. Да. Так. Давай, переглашай. Перегласил. Я водитель. Ладно. Только не это, дай я место там займу по-человечески, да, потом. Да, хорошо. Или ты можешь сначала занять место, а потом уже... Я тебе говорю, сначала я займу место, так, в принципе, и собирались сделать. Или же нет, или, конечно, да. Да, или же нет. Ну, наверное, да. Так, выбирай свое местечко. А тут я уже... Тут шезлонги были очень удобные сейчас. Не успею взять за руку. Да я знаю, яхта очень большая. Тебе нужен год, чтобы ее обойти. Ты сел? Сейчас. Давай, садись скорее, нам нужно срочно. Есть, поехали. А теперь все. Профессиональный водитель сейчас будет профессиональным водителем. Профессиональный водятел. Слушай, кажется, яхта немножко стала медленнее. Ну, она никогда не была особо быстрой. Я вижу акулу, мы должны ее задавить, помни это. Или мы можем давить мелкие кораблики, чтобы мы остались, а они проиграли. А, ты что делаешь? Ой! Ну ты, кажется, немножко там испарился. Залазь скорее. Куда залази? Меня выкинуло вместе со стулом сейчас. Ладно. Где ты? Я пытаюсь всплыть. А меня пытается акула укусить. Пошла нафиг акула. Мне, к сожалению, придется уйти, потому что кое-какая акула хочет меня убить. Блин. Помни, профессиональный водитель. Помню. Каточка была слита исключительно благодаря профессиональному водителю. Попробуй доплыть до уточки. Стоп. Я до сих пор могу водить всем. Где-то какой-то кусок яхты плывет сейчас. Да. Ой, я вижу этот кусок яхты. Он очень классный. Так, нужно взять... Нет! И обратно будет. Я вижу этот кусочек, который танцует брейк-данс. По сути, я могу сейчас вилять этим кусочком. Да черт побери! Где ты?
Я пытаюсь убить акулу, у нее мало жизни осталось. А, я могу к тебе приплыть, мой мелкий кусочек от корабля, если я смогу, потому что это немножко тяжело. Так, назад это вправо. Назад это... Я в куске утки. Утка в зайце, заяц в шоке. Погоди, погоди, мой кусочек к тебе уже плывет. Где? Ну видишь, там кусочек такой большой, который танцует брейк-данс. Тут много кусочков, которые танцуют брейк-данс. Тут один кусочек, который самый большой, танцует брейк-данс, и еще шевелится везде, понимаешь? Я им управляю, да? Акула где-то здесь. Ну я вижу акулу. Я не вижу, слишком темно. Да ты че, ты че? Я даже фары могу включить. О, это работает. Я могу включать фары. Есть! Видишь, там где большой? Я попадаю в акулу, стой! Ой, я тебя вижу. Ай, сиди. О, я вижу свой мелкий кусочек от корабля, которым можно управлять. Он плывет. Блин, я могу ее убить. Этот кусочек плывет. Да, я ее убил. Знаешь, по-моему, батискаф удобнее. Батискаф удобнее, да, я с тобой согласен. Зато ты выжил. Не благодаря тебе. Выкинуть наш корабль прямо на акулу. Такой, хыдыщ, на тебе, жри. Я думал, ты что, акула задавится. Моим кораблем. Ну, твои, задавись, твои. В смысле, задавись. Так. Я не хочу быть акулой, сразу говорю. Я не хочу быть акулой. Пилот ТВ. Пилот. Так, давай, приглашай, короче. Да, сейчас, секунду. Вон, секунду. Давай на пиратский корабль. Ладно. Пиратский корабль. Хорошо, сейчас, погоди, мне надо его найти. О, вот. Есть, отлично. Ну что, полетаем? Для этого и берем. Ставлю на то, что либо мы улетим в конец карты, либо мы приземлимся где-то на невидимой стене, и мы будем оттуда выстреливать. Да, мы сейчас просто будем эти бублики нарезать, эти пончики. А что, если мы вылетим с карты? Думаю, это будет немножечко сомнительно. Давай залазим наверх. Эта лестница никогда по-человечески не работала, да? Она работает по-человечески. Ты просто не понимаешь, как работает эта лестница, а так она даже... Работает так, что я вдруг телепортнулся вниз. Слушай, может, ты просто сядешь внизу? Нет, я хочу быть вперед смотрящим. Все, поехали. Поехали! Летать надо. Мы что-то давно не летали. Главный аттракцион как раз, когда находишься здесь наверху. Готовься. Мы уже летим со всей скорости. Всегда готов. Секунду, еще немножко. И полетели. Мне это нравится. Ой, еще один островок, надо в него взлететь. Это весело. Очень. Это очень весело. Ты можешь фары включить? Могу. То есть у нас на пиратском корабле есть фары? Угу. Угу. Я вижу. Я вижу эти фары. Но я не хочу их включать, поэтому я их выключу. Ладно. Блин, акула тут уже разгрызла пару кораблей. Корабль, поворачивайся. Нет! Валим! Валим! Валим, иди! Кораблик! Ты же еще в порядке, да? Так, мы... Где я? Я не знаю, где ты. Я не понимаю, где я? Что случилось? Я не могу повернуть камеру, если что. Я могу повернуть. Я вижу луну под собой. Я выше луны, все нормально. Что происходит? Если таким образом я сейчас выживу... Ладно, ребят, давайте здесь нажмем на паузу, потом посмотрим, что будет дальше. Нас каким-то образом съели, я не понял, как и где я находился, ладно. Это было какое-то промежуточное измерение между здесь. Мы, кажется, попали в какое-то... и акулу убили, вообще круто. Или акула ливнула, кстати. Возможно, акулу тоже заглючила, она такая, да ну нафиг.
А что если мы забрали акулу с собой, а акула на самом деле нас просто взяла и убила? Глючный корабль сделал глючную акулу, все. И все. Мы просто столкнулись об акулу и все. Да, да. Ладно, ладно, мы сейчас будем прыгать на акуле, понял? У меня есть еще один корабль, который... Я поплыл отсюда, все. Понимаешь, у меня есть еще один корабль, который тоже глюченный, и с помощью этого кораблика можно прыгать на акуле. Фрикандели. Будет акулой у нас сейчас. Погоди, погоди, мы сейчас будем прыгать на самой акуле, нам ничего не будет. О-о-о! Да. В смысле, нет. Хорошо, пусть это будет сватовская лодка. Я не против. Эта лодка, она умеет прыгать на акулы. То есть ты можешь просто взять и оседлать акулу, если у тебя получится. Интересно, при этом происходит звук боинг. Боинг. Знаешь, мне это очень сильно... Так, ладно, ладно, допустим, этого не было. Так, нужно постоять на месте и нужно перевернуть ту яхту. Ты видишь ее, да? Нам надо ее перевернуть. Это наша задача. Идем переворачивать яхту. Переход и далее. О, там второй пиратский корабль. Можешь, кстати, второй пиратский корабль купить? Было бы прикольно. Вот, видишь, я про этот пиратский корабль и говорил. Он огромный. Он полторы штуки стоит, да? Да. Надо его купить, смотри. Видишь, у него рот открытый. Это хэллоуинский пиратский корабль. У него рот с зубами. И там можно сидеть, прикинь. А, не сдави нас. Блин, мне он нравится. Мне он нравится, надо его купить. Мне тоже он нравится. Знаешь, кажется, у нас немножко не получится сделать это. О, я вижу акулу, пойдем прыгать на нее. На ней. Может, не надо? Да. Поверь мне. Нам надо просто пострелять на акулу, и если что-то случится, мы сможем подпрыгнуть на ней и улететь. Стой, 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 я ее вижу. Я тоже ее вижу. Есть! Ой, теперь каждое попадание таким дзыньком отражается. Фига себе, ты чем стреляешь? А подарками? Да, я стреляю подарками, с помощью подарков. Где она, где она, где она? Я не знаю, она где-то тут, поблизости. Что это? Стой, 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 стой на месте, стой на месте. Стой, на месте. Все, поехали. Все, поехали. Слушай, что если, мы застрелим этот корабль пиратский? Очень вон акула. Ой, я вижу акулу. Так, помни, нам надо просто убить ее. С помощью этой пушки. Нет! Мы только что... Мы остались без движка. Ну и что, мы сможем все равно плыть. Я же в нее стреляю, почему я не попадаю? Слушай, кажется, акулка немножко слепая, и она нас не хочет убивать. Не, знаешь, в чем прикол? Вот теперь мы победили, потому что мы остались без двигателя, и акула не видит нашу лодку. У нее отображается только след от двигателя. Вот. И мы находимся не в воде, потому что у акулы отображается след от ног и след от двигателя. Ни то, ни другое мы сейчас не показываем. Мы сейчас просто сидим. Знаешь что? Мы выиграли. Я мог бы залезть в лодку и все время толкать нас, но мы бы таким способом передвигались. Не надо. Нам не надо передвигаться, нам по сути убегать сейчас не надо, потому что мы для акулы невидимые. Ну да. Я думаю, то, что это яхта хочет сделать кое-что злое. Да, может быть. По-моему, это клон меня, только он немножко подобрее. Есть клон, он не хочет давить лодки. Чтобы... О, смотри, пиратский корабль. Можно сделать так, чтобы они поняли, что тут кто-то есть. Они знают, что здесь кто-то есть. Да ну нафига! Погоди, есть идея. Есть идея. Она должна сработать. Она должна сработать. Это была выигрышная катка. А, все, она все, не стреляй. Я не буду стрелять, все, нафиг. Я лучше просто сделаю вот так. Я в нее попадаю. Я сделаю так. И все. Блин. Ну я в нее успел попасть несколько раз. Что это было? Ну, она нас увидела, ладно. Жалко.
потому что начал стрелять и переворачивать. Хотя, может быть, просто увидел, на самом деле, не обязательно из-за этого. Ладно, ребятушки, вот такие сегодня были покатушки с акулами. Спасибо, что были с нами. Увидимся в остальных бесконечных мирах Роблокса. На этом у нас сегодня все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.